Да, если вы на горелке увидели D2, это не ошибка. Это мы ее так называем дом 2. Это значит, что датчик комнатной температуры дал команду на отключение горелки. Да? То есть это значит, что дома набрана температура. Или второй вариант, это когда перегрев котла происходит по превышению максимальной температуры, которую вы установили. В данном случае мы, допустим, установили 80 градусов, она доходит до 81 градуса и выключается. Да? И таким образом D2 – это дожигание существующих гранул. Те, которые гранулы, тут есть. Поэтому это не ошибка. В дальнейшем расскажу про D1, но не сейчас.